что ставить, in, at или on. То есть in ставится в данных случаях. In bed, in hospital, in prison, in a street, in the sky, in the world, in a newspaper, in a book, in a photographer, in a picture, in a car, in a taxi, in the middle of. В кровати, в госпитале, в тюрьме, на улице, на небе, в мире, в газете, в книжке, в фотографии, в картинке, на картинке, а в машине, в такси, в среди ничего-то. Where is Kate? She is in bed. Где Кейт? Она в кровати. David father is ill. He is in hospital. Отец Дэвида больной, он в больнице. I live in a small street near the station. Я живу в маленькой улице возле железнодорожного вокзала. На маленькой улице возле железнодорожного вокзала. I like to look at the stars in the sky at night. Мне нравится смотреть на звезды и небо ночью. What is the largest city in the world? Какое самое большое место, город в мире? I read about the accidents in the newspaper. Я читала о инциденте в газете об аварии. You look sad in this photograph. Вы выглядите скучно на этой фотографии. Did you come here in your car? Вы прибыли сюда на своей машине? There is a big tree in the middle of the garden. Вот большое дерево в середине саду. Но есть и другие варианты. At home, at work, at school, at university, at college, at station, at the airport, at Jane's house, at my sister's house, at doctors, at hairdressers, at a concert, at a party, at a football match. То есть дома, на работе, в школе, в университете, в колледже, в вокзале, аэропорту, в доме Джейн, в сестре моей доме, у врача, в парикмахерской, на концерте, на вечеринке, на футбольном матче. Will you be at home this evening? Вы будете дома этим вечером? Where is Kate? She is at work. Где Кейт? Она на работе. Helen is studying law at the university. Хелен изучает юридическую науку в университете. Do you want me to meet you at the station? Вы хотите, чтобы я встретила вас на вокзале? Where were you yesterday? At my sister's. Где вы вчера были? У моей сестры. I saw Tom at the doctor's. Я видела Тома у врача. There weren't many people at the party. Нету много людей на вечеринке. Often it is possible to use in or at for buildings. Можно использовать in и at для зданий. То есть we stayed at a nice hotel, we stayed in a nice hotel. Мы остановились в хорошем отеле. On – это средство транспорта. On the first floor – это второй этаж. Запишите для себя. Первый этаж – это ground floor, дословно земляной этаж. On the way A to B – от пункта A до пункта B идти, A to B. On a bus, on a train, on a plane, on a ship. Did you come here on a bus? На автобусе, на поезде, на самолете, на корабле. Вы сюда прибыли на автобусе? On the ground floor, on the third floor. На первом этаже, на четвертом. The office is on the third floor. На четвертом этаже офис. On the way home. По дороге домой. I met Anne on the way to work. On the way home. Я встретила Anne по дороге домой. Репетитор по скайпу, smart teacher, 100.